Да, всем привет, два человека. Мяк, когда не хочет теперь запускаться. Я сейчас буду даже играть и даже не смотри. А там скажи, грузится карта или что? Да, да. Да, грузится. А, нормально тогда. У меня просто чуть черный экран в игре. Мы верим в Билайн. Мы верим. Да, все нормально. Ожидание подключения. Да, у меня тоже. Да, у меня такая же фигня. Почему тут нагрузка на хост идет, а не на сервер колды? Что за бред вообще? Это нормально. О, это знаешь, как сделано? Это... О, я за ТТГ, ура. Меня кинул за ТТГ. Купи у нас платье, короче. Оу, щит! Эти враги... Опа, погнали, ребят. Доставай ствол, Юкевич! Я мочу. Трубу у меня, кстати, свою. Тоже есть. Доставайте трубу, я на вектор поставил. Я на снайперскую... И вот было прикольно, Юкевич, да, чтобы пистолет поставить. На пистолет рак, поставить труп. Рак. Да? Рак. Классно. Было бы на подствольник бы прицепить подствольник, чтобы стрелять в подствольника. Рак, прием. И на гранату подцепить тоже было бы неплохо. Можно на гранату нацепить подствольник? Блин, да что ж такое? Никита, ты крыс! Подствольник. На гранату. На С4 подствольник. А кстати, их же еще. Никита такой вообще, этот самый адский чувак, он может вытащить. А Катенька мне после будет... батлы все хочется пометить вражеского игрока. Вот жизненно, да. Не играл ни разу. Бау Богу. А ты танки не ищешь ближайшие? Да. Нет, я по МП вижу, нет, не показалось. Разбитый самолет. Медик! Я красавчик. Я теперь тебя Кря буду называть. Ура, может. Просто я убрал этот самый UK. Тихо! Чтоб на этот аккаунт добавлялись. Факс! А! Ты офигел? Да. Ясно. Поговорили. Ну блин, не люблю я колду. Чё-то так аркадно, что вообще. Ты ещё в Black Ops 2 не играл. Играл. Ну так там ещё круче аркада. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче! Все такие, грузы мне вообще постоянно портит, но правда не в этот раз. Да как по тебе попасть-то, а? Четыре. Никита, предатор! Боже. Ну! Да блин! Он тебе мстит за шутки. Меня кто-то видит как-то так. Харьер! Жопа свинцовая. Угадайте, кого без харьеров. Отлично, Гэнкс. Кого-то сегодня фартит, блин. Как всегда. Первое место. Да как с одного вот этого убивает меня? Крипитана задел. Голову убил утку. Птичьи новости. Это расстрел массовый. Что-то пушки у всех тут какие-то крутые, а у меня нет. Да, на единичку менять оружие, если что. Или на двоечку. Я на двоечку меняю. Непонятно. Да, это хрень все. Офигеть, смотри, что я творю. Что творит, что творит? Самоубийство. Ну. О, у меня беспилотник. О, найс. А вроде да. Да молодец! Он балбес, погиб ты. Как боец. Вообще просто спинул. Ух ты. Отомстил наконец-то. Граната, блядь! На! Ну ладно. Ты с Фаретта, я с Вектора. Ну ладно, бывает. Ну как ты там отреспавнилась? Это все провокация? Так не бывает. Вот это олдскул дает. Я же вообще просто молодчик. Молочник. Молочник? Ну. Молочник тоже, молочник.
На полставки. А чё с Чинтером минус 100? Вова, чё, прикалываешь? Он меня убил, потому что он взял и убил меня в спину. А как тут лечь, а? На скрыл. Чё в нормальных играх на Z ложится? Тут на контролы какие-то. В нормальных играх. БП имеет в виду. Сложно. Так это, мы с ним разве в одной команде? Да. Мы, Вова в нашей команде, знаешь. Ну так а что ты на него выкуришь? Наших бьют. Долбаный кот. Пацаны, я АФК. Почему? Ой-ой-ой. Кто АФК? Кто АФК? Димон, потолкнул. Рак? А, он, я надеюсь, он не будет, не выйдет из этой, из конфей. Тогда у нас все будет. Боже мой, я живой. Я живой. Да ёпта. Стреляют! Я тебе в доте отомщу потом, слышишь, да? Фак! Хуя. Ну и так отомщу. Чё за дела-то? Да ё-моё! Я с Сидом уже не бегал. Фак. Меня тут 14-му левелу против престижа играть, так это вообще жопа. Да я плохо играю, чувак. А как у тебя престиж? Че ты, парень, че ты? Там все куплено. Я шучу, у меня все куплено. Я же единорос, ты не знал? Ну бывает. Что за херню ты несешь? Ебать, я тормоз вообще. Флешки летают здесь. Война танки в городе. Лежит совсем. Да ё-моё, откуда? Капец. 4 подствольника, ни разу не попал. Откуда здесь? Ты на штурме любишь играть или на захвате флага? БФ. Кто там? Кто рубит БФ там? А, я-то? Я не знаю. Я вообще в КК играю в основном. В КК? Close Quarters. Та же колда, только пореалистичная и не такая аркадная. Да, а кстати, у меня ж есть, я прем. Я на комп прем купил это... только, чтобы бетку в августе Battlefield 4 получить. Она и так будет у всех, и нет, она открытая будет. Только премиум. Только для премиума. А представь, я сделал предзаказ моха и... зря. Дали бы и так. Так а у меня-то... А я 3 раза покупал... можно сказать, премиум на батлу. А я вообще старый пират. Я вообще качаю игры с торрентом 2 августа. Вот именно. Жизненно. Никит, привет. Стептун, короче, со своей бандой хотели, чтобы я поиграл в батлу, дали мне аккаунт, я поменял пароль и забыл. Красава, это мастер взломанов. Ну. Я думаю, сейчас Никита... Аж себя запутал. Знаешь, Никит... Ты настолько свинцовый, что даже сам себя убивает. Ай-яй-яй-яй. Беспилотник взлёту готов, говорят мне. Запускай. Мочи. Молодец! Кто застелил фраг? Труба ты такая. Фраги стилят. Непорядок. Пойдём со мной. Чего они там ныкают-то? Сволочь. Капец. Трубу из широких. 2G18, парни! А что это такое? Чё творится? Блин, сейчас бы минус 3 так хорошо сделал. Спалили меня. Откуда тебя спалили? Снизу, сверху? Сверху. Вон они сидят на снайпе. Да ёб твою. Бля, там свой. Блять. Откуда? Вот. В батле первое время тоже вопрос такой. Откуда? Кто? Где? Куда? Как? И почему? Особенно снайперы там такие. Зверские. Ну так с 3000 метров как попадут тебя, как каким-то образом. Ага.
А если еще на хардкоре играть, не видно же, откуда сняли-то. Вот-вот. Пока баллистику не поставят, пока блестеть не будет своим прицелом, так не занимаешь. Спасибо. Ой-ой-ой, я думал, там меня, короче, так бы убили бы. Спасибо, что я хоть умер. Продолжай в том же духе. Спасибо. 40-18, ебать. Они в другой стороне, парни. Они нас обманули. Я просто по кругу бегал вообще. Чё пиликает? Время что ли кончается? Да-да-да. Ау. Бля. Меня задели. Давай еще, вы не могли вернуться бы назад? Ну-ну-ну. Время доставать в трубу. На. Бля, мне что-то ссыкотно туда выходить. Выскочил. Сука, пиздец. Что? Ну бывает, бывает. Ты знаешь, я что хочу рассказать, смотри. Сейчас просто так, я? Кто стримит, Доминик? Я стримлю, да. Доминик, да? Угу. Да уж. Смотри, знаешь, сейчас какой фишка. Сейчас кто-нибудь вылетит, и я скажу, нельзя просто так взять и не вылететь после боя. Да будет прикольно, если вылетит наш тирак. Давай, что там дальше есть? Фавелу? Все, Руст включаете, Руст. Руст? Так что, что? Не Руст, а Раст. Руст. Элейнойре, давайте Элейнойре. Дилайвери. Давайте уже Руст включайте, Руст включайте. Руст, ладно. Руст. Труст. Так, где там мой щит? Все. Так буду. Понятно. Ой, ты сказал щит, все. У меня подсказка, пули могут отскочить от полицейского щита и убить. За нами следят. Ты знаешь, это давно уже, я хотел найти это песню. Это Сноутон сказал тебе. Да? Воу-воу-воу, опять у нас команда, короче, мечты. Dream Team просто. Да ладно, у нас классная команда, ты что, я Дима, я Никита. Бля. Сейчас все будет. Да чтоб тебя. Ты опять с G18? Еп. Ты опять с Фамосом? Вот, нет. Отлично. Ничего, минус 3. Блять, помощь. Да блять, не успел. Что ты цокаешь, сука? Как да, Марк, у них там кирпегички, я там представляю, у них там походу... Опять кто-то наверх залез. Странно, а кто это может быть, если у нас нету Даньки? Ну да, почти угадал. Массовый удар наносит. А Юкевич, красавчик. А знаете почему? Знаешь, я возьму интерстейпл, я возьму. А потому что у него Харьер. Ай-яй-яй-яй. Прячемся. Во, это что было сейчас? Как это? Эй, Юкевич. Кто-то меня убил. Тим Киллинг, Юкевич, это плохо. Я не специально. Так опять печально. То есть вертушка наша была, да? Блин, копейка. Так как с одного так патроны убивают, и что это за бред вообще? Не понимаю. Это Фамос, успокойся. Блять. Ну Фамос там с одного убивает. Ой, с трех точнее, что я говорю. Даже не на хардкоре, кстати. Да-да. Да ёкарный. Кстати, М16 то убивает всё-таки с четырёх там. Давай, иди сюда, давай сейчас на дробовичках. Ой, тут у меня нож, что ли? Что у меня тут? А, С4. Блин, сзади вообще нельзя сзади убивать. Пять сверху сидит. Заню, парни, меня лагает немного. Детка, да? Кого-нибудь еще лагает? Не-не-не, все спокойно. Макс. Я думал, я уже начал. Да ё-моё! Все время сзади ведь, а? Вау! Найс! Сзади котейка, блин. Ты заплатишь за это, любит на. Сзади убивать. Оба поплатились, вот так вот. Да я мой. Ой, я молодец, я просто молодец. Да.
Молодец! Что мы делали, Юкевич? Что мы делали без твоего вот этого удара с воздуха? Что это было? Харьер, да. Блин. Да ёб твою дивизию. У меня 4 смерти, чуваки. Майстер. КД дрокер. Ай, как тебя жопу прикрыл. Как прикрыл на жопу. Ой, что-то пролагалось тут. Оооо. А, уйди от меня! Не. А, ты зараза. Ребята, даю вам я удар. Так вот. Убиваю плющик там. Да, ё-моё, не скрылся. Аккуратно. Рак, пардон. Рак, прости меня. Что ж мы теперь поделаем? Прости меня. Нет. Ну я ж... Да что? Блять. Сука. А чё, опять за забор? А нет, не за забор. Ну ладно. Расваляется тут бездел. Бесхозная плюшка. Да, блядь. Это так-то вообще не по правилам надо запретить эти подствольники дебильные на таких маленьких картах. Игры хеты эти все запретить нахрен. Только на пистолетах или на ножах драться надо. На пистолетах, да, на пистолетах можно драться. Этим прикладом. Кунг-фу, я не знаю. Да, опять харит у меня там. Уйди от меня, я тебе говорю. Да за закалипов. Погоня. Как ножиком-то бить тут, блядь? Ев. Запутался, не убил. Вот сейчас бы вообще убил этого предатора тут. Бля, снова сейчас удар по своим. Готовьтесь. Они очкуются, будет нормально. Ну вон, ты Никите добавил. Все, херня, давай по новой. Бля. Помнишь Никита, да? Да. Добро. Извини, пожалуйста, это C4, это не я. Тем более ты мне давно не нравился. C4 что, он на всех что ли реагирует? Или ты случайно подорвал его? Это ж хардкор. Подожди, C4, ну. C4 оно подрывается ракет. Вообще-то. Ну. Ну и даешь. Сука. Надеюсь, закинул. Я у Данила этот. Last stand. Ах ты питер. Беспредел на карте. Ух, кому-то повезло со мной тут. Твою мать, Ла, рак ты это. Ой, прекрасно, да, детка, да. Ничего страшного, у меня вертикальный пулемет, ребята. Сзади, чуваки. Да чё такое, я резнуться не успеваюсь. А, потому что у меня кейс просил. Да блядь. Так, я предлагаю зайти в контакт мне и обновить статус. Самое время. Вот почему я люблю. Не, вот так просто херачить. Я, наверное, уже выиграл. А не, у нас еще 3 минуты, блядь. Они все в маленьком домике сидят, темперята. В маленьком домике, да. Это херня через стенки пробивает. Че за бред? Мать, я нахера я свернул игру. Интересно. Я тебя разок прибил. Да блин, не, вообще. Реально читерство, оно через стенки пробивает, везде пробивает. Кря по своему. Репорти его. Репортить надо, репортить. Сам с собой играет. Ой, как хорошо. Да, зайка, запускай свой. Вот это доказывает, что колда худшая игра всех времен. Ой, вот это бомбит, твои люди. Никогда не видел колдушный мультиплеер. Да нормально все, мне, между прочим, мультиплеер нравится здесь. Не, мне только сингл у колдушки прохожу всегда. И все. Покупаю лицензии, чтобы поиграть в. Сингл, да?
Не, а мультиплеер же поначалу так, поиграю, но мне надоедает очень быстро. Я вообще ведь сторонник лицу. Правильно. О, свинцовый! Да-да. Ты настолько свинцовый, я просто хочу тебя убивать, Твою мать! Сейчас, сколько этот самый самолет? А, вертолет уже другой, чужой. Почему котейка, когда за нас играет, она такая тихая, спокойно, а тут ее разносит? Что? Ну, я имею в виду разносит, в смысле, хорошо играет. Хорошо, выпал вертолет. О, как хорошо играет. Давай, твою мать, у нас тут четверо. Я уже просто устал играть на рафе. Это Рус, ну нахер ты спиздил мой фраг. Чего Рус, Траст? Обидно. Вообще, да, обидно, ёбаный. А, ты уже там был. Пожалуйста. Наверху сидит, наверху. Вот. Да это все ваши дебильные гранатометы подствольные, запретить их надо. Согласен. Мизулиной напиши, запрети. Мизулина там запретит всю колду нахрен. Ой, точно надо. Надо Милонову написать, он же любит там, допустим, какой там был классный закон. А, нужно права выдать велосипедистам. Да. Чтобы они теперь сдавали. Надо сдавать на права. Да, то есть, кататься на велосипеде. Если у тебя самокат, то это А категория. Уйди от меня, заколебал. Бегай тут со щитом своим. Кого без пластида? Крэп, блин, я думал Никиту. Нет. Откуда? Слушай, что у меня? 67-19. 31 к 49, это круче. Да? Особенно для стрима. Вообще супер. Я 14 левел, что ты хочешь? Давайте пацаны... такую карту, а то это, блин, кумарная. Пацаны, погнали бомбу. А, можно не, так? Я вообще не люблю такие тут эти всякие. Давайте... Давайте доминацию! Раш на П. Да доминация это полный отстой, лучше бомба. И вообще, Юкевич, я играю в Black Ops 2 на джойстике. Ну а кто-то до сих пор это сдает на права на велосипеде. Давайте запускайте. Командный бой. Я пробовал поиграть на джойстике в Alan Wake, и это полный отстой. В Awesome Nauts, да, я поиграл. В Awesome Nauts вообще никак, кроме джойстика, играть нельзя. Не, на джойстике очень удобно все. Так я тебе и говорю, кроме как на джойстике, вообще никак нельзя играть. Макс, вообще в 2D игры. Кладезь неправильного произношения. Что? Кладезь неправильного произношения. Руст? Кто? А давайте поиграем в эту, в Call of Duty. Этот Awesome Nauts меня бесит, я не могу правильно сказать. Awesome Nauts. Awesome Nauts. Опсум. Охеренный нац. Действительно. А что это за игра-то? Асом нац? Крутые орехи? Или крутонавты? Знаешь, мне вообще кажется, асом нац это как ас наш нац орех. Ну, да, это да. Крутые орехи, я ж тебе чё говорю. Командный бой. Я тебе чё говорю. Вот такая команда. И спринтер и всё. Чё делать я надо? Я вас сейчас порву, парни. Ага, ага. Конечно. Хас-ха-хастала. Я чуть в туалет не зашел, но он закрыт. Но я бы зашел. Подожди, а как ты? Слушай, у тебя АИМ. О, он сзади, Вова, он сзади. А, ты не спускай. Чуть не прыгнул. Я лидирую. У тебя вообще петух. Нет, не по 90 вроде как. Ты все врешь. Бля, пиздец. Сапрак. Все ништяк. Штурмуем. Спасибо, Дайк. Подсказала. Так вот, спасибо, что подсказала. Беспилотник готов.
взял меня, через стену убил. А ты видел, чего я убил, Макс? М4-1. Без подстольника, заметь. Ничего себе. Он кончился. А что за херня? Безысходность. Ну. Ай-яй-яй, чё я дебил-то такой? Среди нас где-то здесь этот чувак, надо убивать, вот он. А что за ху... Блин, всё мы проигрываем. Найс. Воу-воу, полегче, парень. Да их там в терминале до хрена. В пункте приема металлолома. Да вы чё с... А, чё за... Чё не дела. Ё-моё, рак, ты не батла, не убивай меня здесь. Почему? Знаю. Я ж тебя в батле наоборот не убивал. А надо я было, хотел... а вот здесь не надо. Ой, ты меня хотел похилить. А ты вот что меня убила? Ой, извини, Никита. Ну ёлки-палки. Косянул. Твою мать, так бы сейчас дабл сделал. Дабл. Улетел. Блин, да что ж я так... Вот реально немного подлагивает, конечно. Пожалуйста, пускай там эта баба запретит билайн. Тебе запрещу. Ой, сори. Сзади, молодец, вообще, пиздец. Ты еще и стрим записываешь, да? Ну, пиздец, я тебя так бы сейчас засрал бы. Вот это бомбит. У кого-то нюктаун. А блин, ну ты чуть-чуть подлагнула. Да, блядь, всегда у тебя лагает что-то. Ох, блин, а? О, бежи! Да капец! Ганста, я на тебя трубу Юкевича натравлю. Давай, указывай местоположение. Набил на трубу Юкевича, да, такой киллстрик? Это легендарное оружие, короче. Ну черт, а где враги-то? Ой, как они закончились? Что-то взрывается здесь. Твой кемпер сидит. Патрон, партия закончились патроны! Никит. Заряжаюсь. Ну! Нет, почти Никиту. Кусай. Последний шанс. О-о-о-о, вот это вот. Сейчас бы реально зарезал. Что там? Да. Бери сентриган. Блин. Сап. Случайно подобрал тут чью-то пушку с датчиком сердцебиения. Утру-ту-ту! Вау, хорош. Хоть прицелился, да? Ну, конечно. Ну, а тут вдруг играешь все еще в КС. Да. Сап, бро! Да ну, что? Бля, сам себя убил. Еще. Там турель вражеская стоит. Я уже заметил. Нифига так, вылезают тут, орут. Стреляют наугад и попадают в голову, че за им. Умри! Это был дабл. Ага, кругляш тебя достал. А-а-а! Да вы не умираете, мать ваша! Твою мать! Рак, прости, это все из-за меня. Нет, это все из-за меня. Это был я виноват. Сука, нет, брат, это не ты. Это все моя задница.
Дело в заднице. Блюблюмэс. Блюмбумэс. Так? Да. Вообще, цинец лид. Лед. Лед? Лед. Окей. Группу знаешь, Лед Цеплин? Ух, сука, ненавижу сраный терминал. Не. Ой. А толку-то, блин, толк? Доминирует он. Со своим этим... У меня же вроде тоже есть, как его включить? Да, действительно есть. Ура, я нашел имба пушку. Пушилку. Стреляют здесь. Кто-то АФК меня выждал. Стреляют здесь, стреляют. Не бей меня. Бля, у них и Хави, там, бля, вся херня. Блин, хорош. Стреляют, ой, у нас стреляют хорош. На улице, война началась, чуваки, я ухожу, все, чурки охуели. А что? Чурки охуели. А ты можешь меня не стрелять в пробитейсеров? Там написано, когда летишь в рамочке, меня не стрелять. Ах ты. Да заколебал ты. Катимит. Да ага, ёпа, ты же убежал. Ну вообще ты, блин, я же видел тебя, ну ты... Ну. Сняри. Сняри. Блять, ну вот, извините. Ну как так-то? БПЛА. А, это чей, наш? Да ладно, Пейвло, твою мать. Ну, хоть что-то хорошее, хоть чуть-чуть. Крята, молд скул, вали его. Ах ты, блин. Все, не надо. Кря. Крявич. Да ё-моё, я бежать не успеваю, как так? Вау, ну блин, ну как он так вообще-то? Попал. Вон он тут бегает. Степ Тул играет в Modern Warfare 2, парни. Ого. Это всё, нам да. Нам можно сваливать, уходим. Да как так вот, блин? Так, сплинты. Вертолет, вертолет. Да ладно, как ты мне попал в голову? Ну так, на другом конце коридора стоял. Фига ты, фига ты, найс. Ну. Да что ж такое, Пейвлов? Ну хоть Пейвлов меня немного подвеселил. Сейчас на первое место на своей команде выйду, буду кайфовать. Или не выйду. Я тебе выйду. Или не буду выбывать. Ганс-то улетел. Обеда. Оу. Я не в минусе, ура. Не в Windows'е? Не в Windows'е. Димон, поставь, наверное, ограничение там 10 тысяч очков, а то... Сабстептул! Я, короче, всё. Здорово!